после глубоко антинародного решения о переходе на временный эксклюзив в Epic Games Store, The Outer Worlds остается одной из самых ожидаемых всеми ролевых игр этого года. Еще бы! Делают ее признанные мастера из Obsidian, а в описании игры при анонсе явно чувствовалось влияние и Mass Effect, и Fallout. Мы решили собрать всю доступную на сегодня информацию и подробнее рассказать о том, что же за игру мы с вами получим. О сюжете и игровом сеттинге. Действие The Outer Worlds разворачивается в альтернативной вселенной, где Первая мировая война закончилась совсем иначе, а Второй, возможно, и не было вовсе. В будущем, в этой версии реальности, человечество уже активно колонизирует планеты, а власть фактически принадлежит разным корпорациям. Мы как раз оказываемся в роли одного из колонистов, которых везли в криокапсулах в систему Хальцион, самую дальнюю земную колонию на краю галактики. Но что-то пошло не так, случилась некая авария, и теперь бортовой доктор отказывается пробуждать колонистов, считая, что без нужных лекарств они умрут, и решает расконсервировать лишь одного, самого перспективного, то есть, собственно, нас, и ставит задачу — найти лекарство и помочь остальным. Ну а дальше начинается, в общем-то, знакомая программа. Получаем в свое распоряжение собственный корабль, собираем на нем отряд компаньонов, летаем, изучаем поселения и космические станции, сражаемся, выполняем квесты и прокачиваемся. На своем звездолете с толпой напарников на борту мы однозначно сможем посещать разные планеты. На одной можно будет найти закрытый город для богатых, на другой — небольшие поселения и большие открытые пространства. Разрешат также попасть на астероид, где расположены разные научные лаборатории, планету-тюрьму и несколько карликовых планет с тяжелыми климатическими условиями, где нельзя перемещаться пешком, но можно добывать много полезных ресурсов. Ничего не напоминает? Нет, речь скорее не о Mass Effect, а о Star Wars Knights of the Old Republic 2. Именно эту игру авторы чаще всего вспоминают, рассказывая об устройстве мира The Outer Worlds. И это понятно, ведь делала ее тоже Obsidian. Впрочем, точно известно, что масштабы в новом проекте студии все же поменьше. И вообще, авторы тут делают упор не на количество, а на качество. Они ведь тоже не забыли, какими техническими проблемами и потерями для контента сопровождался запуск той же KOTOR 2. Но вернемся к нашим космическим баранам. Постепенно квест по поиску лекарств, естественно, превращается в нечто большее. В итоге мы окажемся в центре масштабного заговора, который угрожает существованию всего населения. При этом, как водится у Obsidian, наши действия и решения скажутся и на самом сюжете, и на развитии персонажа, на историях напарников, и на том, как вся эта история закончится. О свободе выбора. В The Outer Worlds мы сможем отыгрывать и доброго, и злого персонажа, пытаясь не убивать никого или, наоборот, выносить всех подряд. Даже в этом случае сюжет можно будет пройти. При этом никто тут не скажет вам, что такое хорошо, а что такое плохо. Вы сами принимаете решения и оцениваете их последствия, сталкиваясь с ними. При этом злой вроде бы выбор вполне может привести к более благоприятному развитию событий и спасти множество жизней. То есть системы кармы не предусмотрено. Есть система репутации, но она, как вы понимаете, не про мораль, а про выгоду. You know you didn't have to shoot either one, right? But it's fine, I guess. You just keep being you. В мире The Outer Worlds власть принадлежит корпорациям. Их около десятка. Все вещи произведены той или иной компанией. На каждой, прямо как в Borderlands, указан бренд. Так вот, мы сможем работать на эти корпорации, повышая или понижая у них свою репутацию. В ряды некоторых даже получится полноценно влиться. В целом вырисовывается знакомая картина. Общий магистральный сюжет развивается достаточно линейно, но при этом мы можем разными путями выполнять задачи и отыгрывать разные роли. Авторы говорят об этом так. Дескать, во главе нарратива The Outer Worlds стоит в первую очередь сюжет, поэтому в конечном счете игроки пойдут по более-менее одному пути, но смогут создавать разные контексты для основных событий. Иными словами, в одной и той же ситуации можно пойти в лоб, перестреляв охранников, или попробовать с ними договориться. Или, например, будет выбор — просто купить нужную деталь для починки звездолета или получить ее благодаря совместной работе с неигровым персонажем, с которым еще и договориться можно разными способами. О ролевой системе.
Естественно, чтобы договариваться, придется изучать разные разговорные и социальные навыки. Убеждение, запугивание и так далее. Также полезны в диалогах навыки наблюдательности, интеллекта, научных знаний. Хотя даже персонаж со слаборазвитым интеллектом сможет общаться. Другой вопрос, что уровень общения и самих диалогов в этом случае будет соответствующим. Такой персонаж не сможет понять многих вещей, вплоть до значения некоторых слов, и будет делать вид, что знает больше, чем на самом деле. В Fallout 2, если помните, такая фишка была реализована в качестве атакой шутки — пасхалки. А в The Outer Worlds, судя по всему, может стать полноценной частью механики. Вообще, ролевая система, как и следовало ожидать в игре от Obsidian, планируется обширной и гибкой. При создании персонажа будет выбор не только пола и внешности, но и профессий, порой весьма необычных. Классовые архетипы в целом знакомы — солдат, дипломат, шпион, предпочитающий стелс, и лидер, который делает ставку на своих комрадов, всячески поддерживая и усиливая их в сражениях. Но тут главное, что нам разрешат совершенно свободно смешивать разные навыки и стили прохождения. Можно делать ставку на что-то одно, давить силой или наоборот прокачивать своего внутреннего дипломата, тихого убийцу или прирожденного лидера. Но никто не запретит и создавать этакого гибрида, универсального солдата. Известно, что ролевая система будет похожа на Special из Fallout. Всего же в ней предусмотрено 6 основных характеристик, пара десятков прокачиваемых умений и огромное количество перков. Плюс еще будет уникальная система уязвимостей, которые мы приобретаем по мере прохождения. Работает это примерно так. Если игрок часто падает с высоты, то он может заработать хроническую боязнь этой самой высоты, и при приближении к пропасти, обрыву или краю крыши его характеристики начнут снижаться. Если же его часто убивают пауки, то может случиться арахнофобия с соответствующими последствиями. Также вполне реально тут заполучить близорукость, хроническую хромоту или вообще потерять руку. Другой вопрос, что игра сама вас спросит, когда в очередной раз вы пострадаете от тех же пауков. Хотите, мол, получить эту уязвимость, а взамен приобрести какой-то полезный навык? То есть дело это добровольное, да еще и полезным может оказаться. В любом случае, все это, безусловно, увеличивает вариативность при развитии персонажа. О компаньонах и сражениях. А вот в развитии наших компаньонов мы прямого участия принимать не сможем. 3 их основных скилла прокачиваются сами автоматически при повышении уровня. Впрочем, у каждого напарника есть свои характеры, мотивации, а главное — побочные квесты, выполняя которые мы поможем им развиваться и прокачивать свои умения. Вообще, компаньонам авторы уделяют особое внимание, ориентируясь в этом вопросе на научно-фантастический сериал «Светлячок». Дескать, в The Outer Worlds они также объединены в более или менее дружный коллектив, где каждый подшучивает друг над другом. Впрочем, напарники с разными характерами, мотивациями и моральными ценностями вполне могут и ругаться между собой, а наши решения — критиковать и осуждать. В особенно тяжелых случаях они попросту покинут отряд, и никакими подарками задобрить их не получится. Как говорят авторы, чтобы понять мотивы персонажей, придется лучше узнать их и глубже погрузиться в их истории. Компаньонов будет много, и всех их разрешат нанять уже в первой трети игры, чтобы мы лучше с ними познакомились и привыкли к ним. А вот на миссию с собой можно взять только 2, поэтому придется каждый раз тратить некоторое время на раздумье, в чью пользу сделать выбор. Понятно, что этот выбор повлияет на тактические моменты во время боев. Способности у всех напарников различаются. Вообще, при всей своей богатой ролевой начинке, чисто внешне The Outer Worlds выглядит как шутер от первого лица, и проходить ее можно именно в таком качестве. В этом смысле игра опять же похожа на Fallout 3 и 4. Тем более, что тут тоже есть свой аналог системы VATS, прокачиваемое слоумо. Когда вы его включаете и просто осматриваетесь, то запасы замедления расходуются очень медленно, но стоит начать палить или бить, то они быстро заканчиваются. А увеличить эффективность слоумо можно, вкладывая в него очки умений. Пока в показанных видео все сражения проходят достаточно легко, в том числе благодаря как раз чудодейственному замедлению времени. Авторы и сами не скрывают, что многие сражения не заставляют нас потеть. Игра ведь не столько про них. Но будут и куда более сложные тактические поединки. Так что в любом случае нужно прокачиваться, развиваться и быть всегда готовым. А для любителей хардкора, обратим внимание, в наличии будет максимальный уровень сложности, отличающийся от остальных необходимостью есть, пить и спать. Если будете игнорировать естественные потребности своего героя, его характеристики начнут снижаться. Что касается оружия, оно будет самое разное, в том числе и весьма необычное, экспериментально-научное.
Например, одно позволяет уменьшать врагов, прямо как в Duke Nukem. Другое не только замораживает, но и всячески изменяет лицо и челюсти противников, сплющивая их в смешные рожицы. Всего будет 5 видов такого особенно редкого оружия, которое можно раздобыть в награду за исследование мира или выполнение особых квестов. Никуда не денутся и привычные модификации. На стволы есть возможность ставить глушители, более объемные магазины и прочие улучшения. Вообще, с юмором The Outer Worlds явно будет все в порядке. Это выражается не только в таком необычном оружии, но и в диалогах, кросс-культурных отсылках и шуточках, что можно заметить в последних роликах по игре. А еще там можно заметить, что в дизайне локаций особый упор явно будет сделан на арт-деко и ретро-футуризм. Тут уже вспоминается не только Fallout, но и BioShock. Хотя сами авторы говорят, что художественный стиль навеян Шекспиром и баронами-разбойниками. Что бы это ни значило. Чего ожидать? В конце еще несколько интересных фактов короткой строкой. Будет смена дня и ночи. Хакерство есть, а вот мини-игр не завезут. Уровень противников на локациях будет автоматически подстраиваться под наш, но не везде. В некоторых местах высокоуровневых врагов встретить будет невозможно. Прокачивать корабль нельзя. Время прохождения рассчитано на 30-40 часов. При желании игру можно пройти и в одиночку, без напарников. Кооператива тоже не планируется. Боссов в классическом понимании не будет, но предусмотрены особенно сложные противники. Игра поддерживает модификации. Ограничения на вес инвентаря нет, но после достижения определенной отметки герой станет перемещаться медленнее. Есть расчлененка. При убийстве у противников могут отрываться конечности. А еще наш персонаж в процессе может отрастить бороду. В целом, Obsidian выбрала грамотную и хорошо работающую концепцию. С одной стороны, The Outer Worlds представляет собой игру глубокую и полную мелочей. С другой, она не очень масштабна и имеет четкие границы и рамки, из-за чего может выглядеть как-то старомодно и не на уровне проекта класса AAA. В частности, не предусмотрена возможность продолжать играть после завершения основной сюжетной линии. Это, в принципе, может измениться, но пока так. Нет и возможности использовать транспорт для более быстрого перемещения. Авторы решили, что лучше не будут тратить на это ресурсы, а займутся вместо этого чем-то более важным. Obsidian не хочет раздувать размеры проекта, еще и чтобы избежать типичной проблемы крупных ролевок — немыслимого количества багов, многие из которых чисто технически становятся невозможно исправить. По мнению студии, лучше пусть игра будет ограничена в своих возможностях, но работает идеально и доведена до ума. Получится, очевидно, не шедевр и не суперхит продаж, но отличная и ладно скроенная RPG, ради которой некоторые даже самые заядлые поклонники Стима задумаются над тем, чтобы установить клиент Epic Games Store. Впрочем, в магазине Гейба Ньюэлла игра спустя 12 месяцев все равно появится. Точной даты выхода пока нет. Релиз состоится до конца 2019 года на PC, Xbox One и PlayStation 4. Скоро на канале. Главная вампирская RPG возвращается. Разбираемся, какой будет Vampire The Masquerade Bloodlines 2. А на этом пока все. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.